В Екатеринбурге сегодня состоялась премьера кинокартины «Рядом с нами». Фильм создан при поддержке МВД России. Режиссером проекта стал протоиерей Александр Новопашин. Я по принципу древних, кто предупрежден, тот вооружен, и создал эту кинокартину, чтобы хоть немножечко задумывались, а что же происходит. Более того, это попытка поразмышлять с помощью кинематографа на предмет... Почему молодые люди выбирают этот путь? Фильм повествует о молодых людях, которые стали жертвами сектантов и религиозных фанатиков. Актеры, как начинающие, так и уже известные, такие как Илья Любимов и Сергей Маховиков, за работу не получили ни копейки. Картина была создана всего за 1,5 года. Точная дата выхода в прокат пока неизвестна. На премьеру фильма в Екатеринбурге были приглашены сотрудники правоохранительных органов и курсанты военных училищ. Возможно, фильм «Рядом с нами» станет для молодых людей своего рода учебным пособием. В части обязательного, ну, это должен быть соответствующий приказ, какой-то нормативный акт. А для того, чтобы для понимания и для того, чтобы усвоить тему, я думаю, что фильм будет наглядным, наверное, может быть, образцовым таким материалом.